Я считаю, что Петербург – это колыбель нашего скоростного движения. И приятно, что во всем этом и какая-то часть моего труда, мой труд приносит какую-то пользу для родного города. Машинист-инструктор – кузнец, который кует кадры локомотивных бригад для будущей работы на электропоездах. В его компетенцию входит контроль за работой локомотивных бригад, в целом, как относится к своей работе, как выполняет свои должностные обязанности, как работает машинист, как он управляет поездом, как он обеспечивает безопасность движения, как он действует в нестандартных ситуациях. И для оценки всего вот этого как раз и проводится контрольно-инструкторский поезд. Понятно, тормозов нужно. Если у меня контрольно-инструкторская поездка, я могу ехать там, где она начинается. На Балтийском вокзале, на Московском, в депо «Металлстрой». А может быть, даже она начаться, и, например, в том же самом Петрозаводске. Контролируется работа локомотивной бригады по файлам поездок, на которых показано посекундное положение поезда. Это мое рабочее место. Сейчас, например, вот у меня открыт файл поездки, на котором я вижу, как производилась проверка действия тормозов. Состояние машиниста по показаниям телемеханической системы бодрствования машиниста. Это все видно на файле поездки. Я уже делаю выводы, на что, может быть, обратить внимание при работе с этим машинистом, контрольно-инструкторской поездки, может быть, целевой поездки, а может быть, даже назначить ему какие-то технические занятия дополнительные, а может быть, даже и практические. Я родился в Петербурге, прожил здесь всю жизнь, учился. Это родной город, в который всегда приятно возвращаться, приятно смотреть, когда поезда прибывают на вокзал.